Бесснежной зимой диким животным и птицам проще добывать пропитание. Тем не менее, егеря и инспекторы лесной охраны Чувашии продолжают их подкармливать. Необходимая часть рациона лесных обитателей – зерно и соль. Специалисты ежегодно подкармливают диких животных в зимнее время. Зима в этом году только на календаре. Диким животным это на руку, точнее на лапу. Зима на сегодняшний момент выдалась вот неоднозначная. Снежный покров маленький. Для подкормки, да, животных подкормка много. И животное комфортно себя чувствует. Маленькие сугробы, они меньше тратят энергии, силы. Но есть у таких рейдов и другая подоплека. Именно зимой проще проводить учет диких животных и птиц. Численность и плотность определяют по следам. В этом году инспекторы прошли более 40 маршрутов. Изучили поголовье кабанов, лосей, волков, куропаток, рябчиков и других диких животных. Уже сейчас ясно, что больше стало лосей и кабанов. Эти и другие цифры помогут скорректировать численность.